Морковка, давай, ставь танк, поехали, бой сыграем, посмотрим. Если будет лагать, то остановлю все. Если пролагается и будет нормально, то тогда оставлю. Давай. Сейчас посмотрим, что будет. Что у нас из этого получится. Вроде норм. Ну, сейчас посмотрим. Давайте. Давайте подождем. Надо, чтобы у всех нормально показывало. Чтобы не у одного человека, а у всех, кто смотрит, нормально было. Если у всех будет нормально, то тогда будем. Ну, будем тогда дальше играть. Ребят, кто-то спрашивал про казино. Это развлекательное шоу. Можете первый выпуск на YouTube посмотреть, там есть запись. А также на Ютубе есть запись. Ой, запись, говорю. Видео с правилами. Вот. И можете там поподробнее узнать, что такое казино. Просто сейчас рассказывать не хочу долго. Лучше гляньте сначала эти видео, а потом, если будут вопросы, тогда я вам уже поотвечаю, хорошо? Ну, кто совсем уж не знаком. А если кто-то знаком и есть какие-то вопросы по самому казино, то задавайте, я поотвечаю, хорошо? Так. Тише, Саша, у меня тут, видишь, работа. У меня тут работа. Я не могу с тобой разговаривать, Саша. Так что ты у меня ничего не спрашивай, ладно? Потом, когда я закончу, спросишь. Так, под видео есть ссылка на правила. Да, под видео в описании есть ссылка на правила. И на... А, на правила. А видео с как его... самой записью первого выпуска, это в этом самом, можно в группе ВКонтакте найти или на канале. Одна минута, полет нормальный. Ну хорошо, туда. Сейчас посмотрим, сколько смотрю, вообще нет лагов. Ну блин, тебе везет, ты фартовый. Ай-яй-яй-яй-яй. Гусеница восстановлена, можно ехать. Броня не пробита. Что-то тут мне это не нравится. Вот это мне уже не нравится. Не пробил. Ай. Уходим. Убегаем. Валим, Атас. Надо их под ПТшки вытаскивать. Надо их под ПТшки вытаскивать. Чип-чип подгрузки. Вот у всех сегодня подгрузки. Я не знаю, что происходит. То ли у меня с интернетом что-то случилось, то ли еще чего-то. Меня бот за смайлы банит. У меня бот какой-то наглый. Я не знаю, что он делает. Это... Мы с этим... С Женей настраивали ботика. И вот он какой-то наглый у меня получился очень. Вот. Так, ты там живой? Морковка, ты живой? Морковка, живи. Не пробил. Ай, не пробил. Ай, не пробил. Ай, не пробил. Ой, не пробил. У нас полкоманды уже нету, смотрите.
Да, елки-палки. Так, что делать-то, что делать-то? Еще оттуда уже стреляют. А чашки стоят у нас, в ус не дуют. ПТшки стоят. Хе-хе, смотрят. Молодцы. Вот я, блин. Да что ты будешь делать-то, а? О, пойдет. Да, Твич ранен. Твич умирает что-то, по-моему. Так, что у нас тут еще? Ой, Марков, у меня что-то происходит, что у меня даже сервер вылетает игры. Точнее, не вылетает, а зависает просто, и все. Что-то у меня тут не то. Я буду, наверное, ребят, заканчивать. Чё происходит? Сервер упал, ребят. Ёлки-палки. Не те смайлы ставишь, типа. Чё, вот у меня что-то с интернетом, ребят. Сейчас я буду разбираться. Наверное, я буду сейчас стрим заканчивать тогда. Буду пытаться разобраться, что происходит. Уж и так играть, но невозможно. Во-первых, лагает сам стрим. Во-вторых, видите, у меня игра даже тупит. У меня что-то происходит, что у меня даже сервер вылетает игры. Точнее, не вылетает, а зависает просто, и все. Что-то у меня тут не то. Я буду, наверное, ребят, заканчивать. Буду я... Что-то мне это совсем не нравится. Очень совсем не нравится мне это. А где этот хмырь там спрятался? Гусь! Гусь! Так, ко мне сейчас, наверное, отсюда опять придет ПТшки всякие, да? Я так думаю. У тебя сервак отвалился. Не... Вот, он обратно подключился уже, ребят. Видите? Если он то отвалится, то перевалится обратно. Это у меня, похоже, что-то с интернетом, ребят. Потому что... Какая-то вот очень... Неправильная вещь происходит. Совсем мне это не нравится. И если это интернет, то надо разбираться, что происходит. Я думаю, так. Так, Иисушка. Опа, Иисушку вижу. Пятый. Так. Где этот у меня тут? Прятался там рядом с базой, да, где он теперь, интересно? Китайские танки. Китайские танки, они прикольные. Но у них такие свои фишечки есть. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Склонения орудий нет у них, но альфа у них просто царская. Провайдер и диск. Козел провайдер. Сейчас буду разбираться. Вот, пишите жалобу на него. Из-за этого провайдера обломался стрим. Бот карает не по-детски, да. Бот беспощаден. Еще бы меня не убили бы тут. Чтобы.
Да, тыкай, тыкай. Ты знаешь, что туда ехать надо. Ой, шибан. Где ПТшка, непонятно. Самое опасное сейчас это ПТшка. Вот ее мне надо найти. Вон она. Блин. Мой! Василий, проверь на скорость на спид-тесте. У меня спид-тест врет, ребят. Этот спид-тест... Ты видал, у меня сервак вылетал. В какой-то момент остановился и не шевелится, ничего не работает.